Здравствуйте. Сегодня я выставляю в продажу культовую кассетную деку от компании Yamaha, модель KX500. Дека выпускалась в 1988-90 годах. Имеет три мотора, две головки. Головка записи воспроизведения изготовлена из амортного износостойкого сплава. Дека может воспроизводить частотный диапазон от 20 до 20 тысяч Гц и имеет коэффициент искажений менее 1%. В деке имеется знаменитая функция Play Trim, разработанная инженерами Yamaha в содружестве с инженерами компании NAT. Это система улучшения частотных характеристик старых кассет и кассет, записанных на других деках с отличающимся углом азимута. В деке имеется ручная регулировка тока подмагничивания, функция программируемого поиска по паузам, функция интерскан, быстрое ознакомление с содержимым кассеты. В деке имеется счетчик ленты в режиме реального времени с функцией памяти и отображения оставшегося времени до конца кассеты. Имеется функция Rapid, повтор выбранного сегмента или всей стороны кассеты. Имеется регулятор Master Fader, встроенный сенсор для пульта дистанционного управления и две скорости перемотки. Давайте теперь произведем запись на кассету и далее эту запись прослушаем. Patience.
достаточно. Теперь воспользуемся функцией поиск по паузам. Перемотаем на начало данной композиции. Я бы хотел вам показать функцию турбоперемотки. Вот перемотка с обыкновенной скоростью и вот скорость турбо. На этом у меня все. Спасибо за внимание.